Хорошо, что там мешало тебе, Вера? Что отправлять в клетку? Ну, голограмму отправь пока. Отправляем голограмму в клетку на счет 3, 1, 2, 3. Сила моего намерения, да будет так. Хорошо, мы приветствуем Наталью, интересуемся, готова ли Наталья к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Что-то она вся разложенная какая-то. Я не пойму, где она. Ей копии разделили, или ты думаешь, там голограмма есть? Я не пойму, потому что у нее, значит, идет как оболочка ее, как голограмма, грубо говоря. Да. И она проткнута чем-то, как стрела или гарпун, что-то такое. Хорошо, я вытаскиваю силу моего намерения. Этот гарпун, значит, 3, он безболезненно выходит из биополя Натальи. 1, 2, 3. И отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Дальше за ним стоит. Она как столбик, и она не может передвигаться. Она не пойму, она это или нет. Он тоже снимается. Давай, голограмму снимаем. На счет 3, 1, 2, 3. Она отправляется в клетку. И вот здесь уже ее копия. Хорошо. Сейчас она меня слышит, Наталья? Она слышит, да. Наталья, мы приветствуем вас. Вы на чистке находитесь. Вы готовы к чистке? Доверите нам свое биополе на период сеанса, для того, чтобы мы вывели всех этих паразитов из вашего биополя? Доверит. Замечательно. И Наталья стоит сейчас в сканере. И я даю команду сканеру. Сканер на счет 3 начинает сканировать пространство над головой Натальи, под ногами. 360 градусов. Находится на всех 7 тонких телах. Любые подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы. Любые чужеродные энергии от всего этого. Начинает сканировать все 7 тонких тел Натальи. Находит все. Гарпун за гарпун. Сегодня кто-то ответит. Это, знаешь, вокруг нее вот она как в воде в какой-то. И я даю команду, значит, 3. Вся эта вода, находящаяся в биополе Натальи, силой моего намерения до последнего микрона, выходит безболезненно из ее биополя и отправляется в клетку-тюрьму. Ну вот спрут есть с водой, есть Грей с гарпуном. Грей с гарпуном. Сколько Греев? Ты знаешь, они как... Ну, они сейчас притянулись. Ну, это голограммы. И я сейчас, значит, 3, выстраиваю каналы от Греев. 1, 2, 3. И все ответственные по каналам за эту подключку притягиваются в клетку-тюрьму. Нахожу их, где бы они ни находились, во Вселенной. 1, 2, 3. Притягивается сюда, становится рядом в клетку. Это ящер. Отлично. И от ящера выстраиваются каналы. 1, 2, 3. Ящер замер в клетке. Выстраиваются каналы к другим ответственным. Всех притягивая ответственных за эту подключку в клетку-тюрьму. Они становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Все, где бы ни находились во Вселенной, притягиваю по каналам. Он один. Так, ящер. Паразит. Убийца. Пришел с гарпуном, да? Ну, получается, он и в ее биополе не был, а запустил гарпун. Отлично. Хорошо. И этот гарпун сейчас выходит, перед клеткой становится. И со всей силы я швыряю в него этот гарпун, он его протыкает в тех же местах, где и проткнул Наталью. Да будет так. Но он визжит, из него зелень какая-то течет. Включая на полную мощность гарпун. Получи откат за всю боль, которую дал человеку. Но он истекает этой зеленью. Хорошо, стоп. Вытаскиваю гарпун. Вытесняю фиолетовыми лучами эту зелень из комнаты. 1, 2, 3. Итак, итак, паразит, что ты здесь делаешь в биополе человека? И почему ты воткнул ее в нее гарпун? Почему ты хотел ее убить? Сегодня будет очень серьезное для тебя наказание, паразит. Я тебе докажу, что ты ниже законов мироздания находишься. И ты сегодня в этом убедишься. И это было только вступление. Это было тебе приветствие от меня. И от Натальи, которую ты хотел убить. Ты меня слышишь или нет? Но он говорит, что она сладкая. Хорошо. Сегодня я тебе покажу, что такое сладкое на самом деле. Хорошо. У нас, получается, один ящер единственный сидел в ее теле. Или еще кто-то, Вера? Нет, подожди, мы не закончили. А, хорошо, то я уже просто обрадовался заранее. Но у нас спрут здесь с водой.
Вот так вот. Ящер этот с гарпуном. Да. Дракон красный. С пожаром внутри. Считай, пожалуйста, цифры над головой у этого красного. И черт у нее. И черт. У дракона считай цифры. 568. Хорошо. Значит, ящер, красный дракон и черт. Правильно? Все остальное голограмма. Так, ящер. Спрут у нее. А, спрут. Спрут. Красный дракон и черт. Так, спрут. Сколько ты находишься в этом биополе? Он 10 лет находится. Кошмар. И что ж ты делал с этим 10 лет в теле человека? Какие болезни, за какие болезни ты был ответственный? Признавайся, злой осьминог. Воздуха ей не хватало. Астма? Дыхание ей перекрывал, да? Ну, она как, он как аквариум сделал, в котором она плавала, и ей не хватало воздуха постоянно. Сил на какие-то дела. Скажи, спрут, а если я тебя сейчас в среду помещу, где маленькая-маленькая лужа воды, когда тебе всегда не будет хватать воды, например, в пустыне, при 50 градусах жары, как ты себя будешь чувствовать, скажи мне? Нравится. Не нравится? А мне нравится. За все эти годы ты столько лет человеку вредил, что я не знаю, как она сегодня с тобой поступит. Я ее спрошу. Если она тебе скажет уничтожить этого паразита, который мне столько досаждал, то я тебя уничтожу. Я тебе открою галактическое ядро, и ты туда уйдешь. Если на это будет воля Натальи. Это ее биополе, а ты ее заложник. Чтобы всем было понятно, где они находятся. Это касается всем. Всех. Так, перехожу к следующему паразиту. 7 лет он сидел, да, Вера? 10. О, 10, я прошу прощения. Черт, что ты здесь делаешь? Кто тебе здесь рад? Кто тебя приглашал сюда, на этот пир? Ну, черт у нас в шоке. Живет он в доме. Носки на Наталье. Поэтому он притянулся. Вот. И после этого... Живет он с животными в доме, с кошками. Это ты двух кошек мучаешь там, да? Вместе с ними живет. Нет, это не мой был вопрос. Я сказал, ты их мучаешь, два вот этих двух кошек, правильно? Два кота. Он говорит, что он член семьи. Он давно там живет. Неправильный ответ. 50 тысяч герц, удар черту. 1, 2, 3, удар. Повторяю вопрос. Ты мучаешь животных, паразит? Не бей меня больше. Какой ты член семьи? Я тебе вопрос задал, ты мне на него отвечаешь? Или я тебя уничтожаю сейчас на месте сразу? Кушаю я с ними. Что ты кушаешь? Энергии. У них ты кушаешь энергию, а не кушаешь с ними. Хорошо. Ты воруешь у них энергии, ты не даешь им спать, ты не даешь им отдыхать. Ты их доводишь до состояния, когда они нервничают. Только тогда ты можешь питаться. Я тебе первый и последний раз сейчас подсказал. Если ты мне еще раз обманешь, а я всю правду знаю, я тебя спрашиваю, чтобы просто подтвердить и понять твои намерения. Насколько ты серьезно понял, куда ты попал. Тут демоны на полу валяются, просят о пощаде. Уменьшенный в 3 раза, с обрезанными рогами. И ты приходишь, клоун мне, маленький здесь, пытаешься что-то рассказать, друзья, член семьи? Хорошо, хорошо, все, что ты сказал, правда. Не бей меня. Дай мне повод, и ты об этом узнаешь. Соври мне еще раз, и ты это прочувствуешь. Так, черт, 7-й у него, да, или 6-й? Считай, пожалуйста. 6. Хорошо, все. Так, спрут есть. И остается вот этот красный дракон-беспредельщик, который там. Сколько ты находишься там, дракон? 5. 5 лет. Ты платы установил? Каким обманом? Говорит, что я на ее пожар зашел. Какой ее пожар? Я, насколько знаю, только драконы пожар разносят. Какой пожар ты зашел? Не ты ли ты был причиной этого пожара? В голове у нее есть пожар. Так мы и соединились. И разожгли его.
Скажи, дракон, ты меня что, за идиота считаешь здесь, а? В моих руках появляется печать дракона 1, 2, 3, включая на полную мощность. Дракон получает 150 тысяч герц удар за ложь. 1, 2, 3, удар. Это не ложь. Если ты еще раз скажешь слово «мы», я тебя сожгу здесь. Ты лжец. Становись. Ты азманом пришел сюда. Выключи эту печать. Зачем? Чем она тебе мешает? Убирая печать. Если ты еще раз мне соврешь, я тебя сожгу. Ты это понял? Да. Повторяй свой вопрос. Каким обманом ты зашел в это биополе? Во сне зашел. Что ты пообещал человеку? Как она тебя впустила? У нее много вопросов. Хорошо, рассказывай мне за огонь. Откуда ты этот огонь зажег? Как ты его зажег? Попробуй соври. Память прошлой жизни в ней жива. Сама не знает она об этом. Я просто подкинул дров. Человек сгорел в прошлой жизни. А ты на этом пришел себе капитал делать. Какая у тебя осознанность вообще? Я вот не понимаю, какой примитивный вы народ. Некоторые из красных драконов. Есть умные красные драконы. Есть даже интеллигенты. Я встречался с ними, общался. Но ты к ним не относишься. Ты просто вор обыкновенный, мелкий криминальный элемент. Ты вредитель, вот кто ты. И обманщик. Каким действием ты ее понуждал, принуждал для того, чтобы она в холостую производила энергию? Какие идеи ты ей подкидывал? Если ты мне сейчас это не расскажешь, дракон, я тебе даю 2 минуты, на это мое терпение заканчивается. Она горела идеями. Вот. И сгорала. И это была чья работа? Я подкидывал дров. Это не был вопрос, кто подкидывал дров. Я сказал, чья это работа была, что человек сгорал идеями. Она вырабатывала энергию, а ты я хочешь... поглощал. Так, дракон, мне начинает это надоедать. Я тебе задал конкретный вопрос, кто был за это ответственен, а ты мне расскажешь, что она производила идеи. Так вот я тебе скажу, что за эти идеи был ответственный ты. И за то, я что это ты... сказал уже. Ты это еще не сказал. Ты сказал, что она поглощала. Ты поглощал ее энергию, она их делала. Но ты не сказал, что ты был ответственен за это. И это минус тебе. 150 тысяч герц удар дракону. Это была метафора. Все, хорошо, я тебе сейчас метафору в руках своих. Показать тебе еще раз? Показать тебе метафору в руках моих? Становись, ты переходишь границы. Ты перешел границы, ты заходишь здесь заложником. У меня и у Натальи. И если я сейчас спрошу, если мне Наталья даст команду... Я это осознал. Ты еще не осознал этого. И я это чувствую. Потому что ты продолжаешь мне врать. Я не слышу от тебя никакого раскаяния. Я не чувствую, что ты какую-то вину испытываешь. Ты просто как вор, которого споймали. Ну, споймали, отпустят. Я тебя сегодня никуда не отпущу. Ты сегодня получишь свой урок жизни. Только за твою наглость. Все, хватит. Все замерли в клетке. Ящер, как долго ты находился в этом деле? Это не наглость. У нас нет таких чувств. Рот закрыл дракон. Итак, ящер, как долго ты находишься в этом теле? Тебе гарпун еще раз достать? Вот. Вот. Чего ты зашел в это тело, паразит? Какого ты ее гарпуном пробил? Какое ты имел право пробивать человека, убивать его? Я рыбачил. Ловил жертву и поймал. Ты знаешь, что ты сделал? Ты проткнул все 7 тонких тел. Ты знаешь, что ты делал? Ты знаешь, что ты за это тебе... Это попытка убийства. Я ее так расцениваю. Какие же вы отморожены. Это урок. Кому? Кому? Вам, человеком. А ну-ка, с этого момента поподробнее расскажи-ка мне, хвостатый. О каком таком уроке ты сейчас говоришь? Нам, человеком? Учитесь защищать свои биополе. Кто ты такой, что ты себя в учителя записал? Кто ты вообще? Кто ты? Защищай ты себя, уменьшая ящера в 2 раза. 1, 2, 3, да будет так.
Вера, он уменьшился? Да. Хорошо. Пусть так и стоит. Все. Переходим к реверсу энергии. Если мне кто-то будет мешать из вас сегодня, четверых, я очень серьезно к вам настроен. Вы мне просто надоели. Каждый из вас, за исключением, может быть, черта, хотя и тот лжец. Вот. Но если мне кто-то даст сегодня повод и что-то не вытащит, когда я дам команду, или не ответит на мой вопрос, вы об этом крупно сегодня все пожалеете. Я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Натали, энергию страха, неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Мощность потоков усиливается в 100 раз. До последнего микрона Наталья возвращает паразитам, интерферентам их черную энергию назад. Вообще не пойму, что мы возвращаем. Мы вообще можем эту энергию уничтожить. Мы еще им их энергии возвращаем. Энергии идут, но они ее разбили все на несколько частей. То есть дракон с пожаром одна часть, а гарпун это другая, и с водой это третья часть. Потому я не могла понять, что с ней происходит, где голограмма и где тонкая копия. Понял. Страха у нее много. Страха. Кто был ответственен за страх? Получается, к пруту она уже привыкла, а больше всего страх ящер ей вселял. О, ящер. Хорошо, я тебе сегодня продемонстрирую, как работают все твои приспособления на тебе. Посмотрим, сколько страха ты сможешь выдержать. Как ты к этому уроку отнесешься? Что надо ставить защиту? Проверим сегодня. Дала энергию. Хорошо. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Наталья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии. Божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка всех своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошли энергии. Усиливаем мощность потока в 100 раз. До последнего микрона все возвращается. Если кто-то канал блокирует, скажи мне сразу, Вера. Нет, энергии идут. Но вот Наталья, на ней капли еще вот от этого прута. Вокруг тонкой копии, как вода, капли у нее есть. Уберем сейчас. Готово. Так, хорошо. Я даю команду сейчас выйти с пруту и вытащить все, что наставил в биополе Натальи. Отсосать всю свою жидкость до последнего микрона. После этого будет проведена проверка. Если я что-то найду по каналу, ответственный за эти остатки будет сожжен 2 миллионами герц в клетке тюрьме. Приступай, спрут. Закончишь, доложишь. Позвоночнику вниз у него. Тут присоски. Он там установил, да? Да, полностью позвоночник. Голова, грудь, спина. Снял все. Хорошо. Так, черт, выходишь, достаешь все, что я ставил. Ну, как гольфы такие, носки большие. Широкие такие. Но это еще не все, там еще в квартире есть, да? Да, он кивает. Достал. Хорошо. Так, я открываю сейчас против часовой стрелки, по часовой стрелке портал в квартиру. 1, 2, 3. И все, что находится на чистоте черта, все, что он разбросал, одеялки, все, до последнего микрона, через этот портал летит к нему в клетку. 1, 2, 3. Да будет так.
на кошках носки. На кошках одел носки? Да ты садист, я смотрю, черт. Злой ты. Как же можно мучить животных? С кошек тоже снялось, да? Так, с кошек одеяло я вижу. Что еще там было? Вот это разбросало под кроватью. Что еще там? Черт, еще что-то осталось, иначе я тебя притяну, говори сразу. Его ничего нет больше. Все, закрываю портал. 1, 2, 3. Хорошо, так. Спрут все достал. Черт все тоже достал. Хорошо, сейчас выходит красный дракон и вытаскивает все, что наставил в биополе. Наталья, безболезненно. Он пластину оставил. Провода к голове оставил. Кого? Провода к голове идут. Ага. Все. Хорошо. Так, и у нас теперь даю команду. Все, что находится на чистоте ящера. Наталья начинает на счет 3 выдавливать из своего биополя любые его энергии, подключки, любые чипы. Все, что он установил, безболезненно выходит, зависает перед Натальей в воздухе, начинает крутиться в шар, наматывается. 1, 2, 3. Все, до последней нити шар начинает быстро крутиться, наматывая на себя все энергии ящера, все его подключки, все, что он оставил в биополе. Наталья, все выходит до 100%. Да. Есть какие-то как уплотнения, то есть энергию он забрал уже, вот что-то такое, уплотнения какие-то. Хорошо, так, это энергии вышли или еще подключки какие-то вышли? Нет, гарпун только, он как вот этот гарпун, он как ее запускал что-то туда, он как подтравливал ее, что ли, и вот эти уплотнения, они сейчас вышли. Ладно, хорошо, открывая под этим всем портал в галактическое ядро, он улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Убери воду вокруг нее, остатки. И я даю команду сейчас. Наталья начинает отторжение из своего биополя всех негативных энергий, которые остались от спрута, от черта и от красного дракона. 1, 2, 3. Вся вода, все, что может быть еще находиться чужеродное в ее биополе. Наталья включает белый свет, изнутри выдавливает из себя все эти негативные энергии, с каждой клеточки выходят эти негативные остаточные энергии, остатки воды или любых подключек. Вся эта энергетика перед ней формируется в черный шар. Шар начинает крутиться. Плотный шар начинает крутиться, наматывая на себя все нити со всего биополя, со всех тонких тел. Выходит остаточная энергия интерферентов. Остается только 100% энергии Натальи. Что там вышло, Вера? Вышла больше вода и вот пожара, вот эти красные, как огоньки. Открывается портал в галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3, он улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Я подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и моей собственной энергией сжигаю все каналы. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И остатки этих каналов улетают в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. У нее все улетели, а вот спрут, он как такой, ну, шатается, но не отключается. У нее гармонизация, видимо, с ним. 10 лет, конечно. Хорошо, я даю команду сейчас, закрываю портал, и я даю команду сейчас на рассинхронизацию между энергией спрута и энергией Натальи. 1, 2, 3. Значение 100%. То. Хорошо. Так, делаем проверку. И включаем сканер, значит, 3 сканера сканируют все 7 тонких тел Натальи, находит все, что может быть. Малейшие частицы уничтожаются сразу на месте, крупные загораются ярко-красными маячками. Пошло сканирование. Чисто. Хорошо. Так, мы закончили здесь. Хорошо. И каналы будем... надо убрать со спрутом. И я сейчас подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и сжигаю канал спрута своим ударом. 1, 2, 3, удар. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Все. Так, спрут, обращаясь к тебе, ты в это тело никогда больше не зайдешь. Если мы с тобой второй раз встретимся, ты никуда уже точно не уйдешь. Тебе это понятно? Да, понятно. Хорошо. Открывается портал наверху против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес, если что-то осталось, и уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Черт, я тебя больше не увижу ни в квартире, я сегодня там все запечатаю.
Вот, я буду проверять и квартиру, и Наталью. Если я тебя второй раз обнаружу, или в квартире, или в ее биополе, я тебе обещаю, носочки будут самой маленькой твоей проблемой в этой, вообще в твоем существовании. Тебе все понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал на чистоте черта против часовой стрелки 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Так, подходим к Наталье, красному дракону. Дракон, что мне с тобой делать? Он говорит, что я к ней больше не вернусь, просто ее энергии и мои, они совпали. Меня не интересует, чьи энергии с кем совпадают. Поэтому я здесь. Ты не понял. Ты вообще не должен здесь находиться. Совпадает или не совпадает твоя энергия. Вот эта разница в развитии между 568 уровнем и 5083. Тот стоял, он чуть ли не плакал, ему стыдно было. Тебе это состояние незнакомо, понимаешь? Вот это ваше отличие. Он говорит, что все учатся. Мы учим вас, вы учите нас. Ой, я тебя прошу, чему ты меня научил? Вот чему? Или Наталью, чему научил? Что я надо к таким, как нам, обращаться, чтобы выгонять тебя? Ты не должен здесь был находиться, учитель. Учитель — это я твой, я стою перед клеткой, а ты в клетке. Ты так и не понял это. Какой ты учитель? Возвращая красному дракону его размера, 1, 2, 3. И жду от красного дракона, слово красного дракона, что никогда больше не посмеет войти в это биополе. Даю слово красного дракона. Ты понял свой урок, дракон? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так. Возвращая ящеру его размера 1, 2, 3. Ли, я прошу тебя выйти с нами на связь. Да, она здесь. Второй раз за сеанс приветствую тебя, Ли. Ящер проткнул копьем, да гарпуном, все семь тонких тел. Страшнейшая проблема у человека стоит в клетке. Вместе с гарпуном заберем. А гарпун остался, Вера? Остался в нем. Отлично, хорошо, все, забирайте. Не зря сейчас она называют. Говорит, что вы его так проткнули? Он проткнул человека этим. Мы просто вернули ему назад для того, чтобы продемонстрировать, как это ощущается, когда протыкают кого-то гарпуном. Все нам здесь все делает. Я могу пластырь на него наклеить. Наклеивай пластырь на него. 1, 2, 3. Ладно, разберемся. Хорошо, все, договорились. Забрали. Закрывая, печатая, растворяя, включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем весь этот мусор от интерферентов. 1, 2, 3. Наталья, как вы сейчас себя чувствуете? Говорит, что я не поняла еще, как пустая. Это все верно, потому что у вас еще энергии нет. Она скоро будет. Все, поехали дальше. Подсоедини тонкую копию к источнику высоковибрационной энергии, чистой энергии, которую Наталья получает во время сна. Запроси себе поле, сколько энергии нужно Наталье до полного восстановления и корректировки. 300. И на счет 3 в биополе Натальи начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 300% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Мощность потока усиливается. Густые, яркие энергии. Хорошо. Я их видела уже. Ангельские? Нет. Плеяды, скорее всего. Плеяды. Великолепно. Еще одна душа. Насыщенные, густые. Готово. Отлично, хорошо. Так, поехали дальше. Какая частота вибрации максимально комфортна для биополя Натальи сейчас? 27. И поднимаем до числового значения 27 Гц. Пошел подъем? Готово. Запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. У нее энергия плеяд, у нее лучшей защиты не придумаешь. Надо просто ее активировать сейчас и все. Готово. Хорошо, пусть тонкая копия Натальи вспомнит самый счастливый момент и даст нам числовое значение. 680. И поднимаем до числового значения уровень эмоционального состояния Натальи 680 Гц. Пошел подъем.
Готово. Синхронизируются энергии вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Ну вот эта гармонизация ей очень важна. И все тела разрознены были. Хорошо, ждем. Ну вот они все по цветам сейчас один за другого разошлись и между собой как такими косичками сплетены. Готово. Отлично. И давай активируем сейчас ей защиту энергии. Плеяд. 1, 2, 3. Активируется защита. Если не защита, необходимая энергия, то энергия начинает поступать в ее биополе. 1, 2, 3. Формирует вокруг нее защитную оболочку, непробиваемую для любых сущностей. Да, будет так. Она говорит, что я не хочу еще один аквариум. Хорошо. Дело в том, что аквариум был от спрута. Это ваша защита. Если вы ее не хотите, мы вам ее можем не давать. Я хочу больше узнать о себе. Хорошо, вы больше узнаете о себе. Стоп, останавливаем тогда. Все, Верочка, мы закончили. Давай теперь сейчас вызовем куратора Натальи и пообщаемся с ним. Она приготовила 10 вопросов. Ты готова? Благодарит нас, да. Да, я готова. И я прошу к нам в комнату диагностики прийти куратора или учителя Натальи. Женщина. Мы приветствуем куратора или учителя Натальи. Снимаются все маски и голограммы. Представьтесь, пожалуйста, с кем мы имеем честь общаться. Марита. Марита, вы куратор или учитель? Куратор. Куратор. Замечательно. Марита, мы сегодня произвели чистку вашей подопечной, заправили ее сейчас энергиями, установили ее плеядианское происхождение. Она задала 10 своих вопросов. Куратор, вернее, написал. Она говорит, можете меня звать Марита или Марита. Марита. Как вам удобнее. Как приятнее Наталье. Она говорит, приятно познакомиться, в общем, не знакомиться. Отлично, хорошо. Значит, будем называть тогда как, Вера? Марита? Марита. Марита, хорошо. Первый вопрос. Уважаемая Марита, какое у меня сейчас воплощение, на каком уровне находится мое высшее Я? Какое у меня сейчас воплощение? Хорошо, на каком уровне находится его высшее, ее высшее Я сейчас? Воплощение земное. Понятно, конечно. Как написано, какое воплощение? Земное, если ты на земле. 10 уровень высшего я. 10 уровень высшего я. Благодарю вас. Второй вопрос. Моя душа земная или космическая? Если космическая, с какой? Космическая душа. Плеяды, да? Везде плеяды. Хорошо. Третий вопрос. Скопление. Скопление плеяда. Сколько кармических узлов было и сколько у меня еще осталось? 3 было, 3 осталось. Хорошо. Тут у нас сразу в этом же вопросе дописывает, хоть я и просил по одному вопросу, она пишет второй вопрос, над чем надо поработать. Ну, над кармическими узлами, наверное, и надо поработать. Если вы хотите что-то добавить. Я не понимаю вопрос. Я тоже не понимаю. Над чем надо поработать. Ну, вот она так написала, или супруг за нее написал эти вопросы, я так полагаю. Вот, над чем надо поработать. Над собой. Над чем еще? Благодарю вас, Марита. Четвертый вопрос. Были ли мы связаны с моим настоящим мужем Виктором в прошлых воплощениях? Если да, то при каких обстоятельствах? Родственные ли мы души? Мы уже остановили, что прошлую жизнь, та, которая Наталья... Мы связаны прошлой жизнью, которую вы не закончили. Свое предназначение. В этом вы продолжаете, чтобы получить опыт души. По-моему, был 1813. Я бы не сказала, что вы родственные души, но вы не закончили свой опыт вместе. Понятно. Благодарю вас. Поэтому продолжаете вместе. Так как вы друг друга знаете, вам комфортно. Замечательно. А без интерферентов еще комфортнее будет. Хорошо, пятый вопрос.
Ну, я смотрю, здесь повторяются все вопросы, которые только что мы задавали ее мужу, но мне ничего не остается, как их прочитать. В каком состоянии мой род и чем я могу помочь своему роду? Я не могу отвечать за целый род. Но если ты будешь идти своим правильным путем, без страха и сомнений, ты переведешь свой род на другой уровень, если тебе так это важно. Благодарю вас, Марита. Шестой вопрос, и тут я хочу вас спросить, можем ли мы сразу ей в этом помочь? Потому что мы сейчас как раз находимся в комнате диагностики, где мы можем и оперировать. Шестой вопрос. У меня недавно обнаружилось новое образование под левой лопаткой. Подскажите, с чем это связано, откуда оно и как правильно его лечить? Связано со страхом. Уйдет страх, уйдет болезнь? Не уйдет, все должно быть проработано. То есть понять причину страха, да? Понять причину страха. Ядро страха. Хорошо. Но здесь, скорее всего, надо, я думаю, ей поработать с профессиональным терапевтом или гипнотерапевтом, который ей сделает регрессию, именно в те моменты найдет то ядро, которое ей страх причиняет. А страх, судя по ее последней жизни, есть причина. Я бы не лазила так далеко в прошлой жизни. Хорошо. Во всяком случае, она может... Я бы посоветовала ковыряться в своей памяти и достать оттуда все загнанные страхи. Она вполне в состоянии сама... встретиться с ними лицом к лицу. У тебя она есть на это силы. Отлично. Вот это я и хотел спросить. Она в состоянии это сама сделать, правильно? Это в состоянии сделать. Отлично. И хотя бы начать с этого. С этого начать. Все. Если страх не уйдет и нужен специалист, это можно сделать в любой момент. Но сперва нужно самой столкнуться с тем, что так далеко пряталась. Я думаю, очень интересное время предстоит перед Натальей себя познавать. Хорошо, благодарю вас. Если вы закончили, я могу переходить к следующему вопросу. Я бы еще посоветовала. Пожалуйста. Вашим вибрационным инструментом попробовать удалить это. У нас их много вибрационных. Давай сейчас сделаем, Верочка. Давай сейчас. Так, в твоих... значит, три. Манифестируется сейчас, проявляется специальный инструмент высоковибрационный для удавления этой опухоли, этого новообразования под лопаткой. 1, 2, 3. У нас получилось что-то, можно сказать, оторвалось. А где оно находится? В инструменте? Да. И вместе с инструментом открывается портал в галактическое ядро и производим сброс. Это 1, 2, 3 уходит в галактическое ядро вместе с опухолью. Закрывая печать. Да, готово. И идет информация, что это был, значит, вот от гарпуна. Это туда просочилось что-то. Мы сейчас достали это, да? Это опухоль. Ну, это на физическом теле, может, на какое-то образование, но на тонких это было вот этот... Понятно. Яд, который мы уже вывели. Все, теперь его нет. Теперь это должна опухоль уйти. Но мы прислушаемся к советам Мариты, которая сказала проработать. Благодарю вас, Марита, за этот совет. Мы сейчас убрали это все. Я могу продолжать? Или вы хотели еще что-то добавить? Продолжайте. Хорошо. Так, седьмой вопрос. Сколько процентов черной энергии я набрала уже в этом воплощении? 19. Хорошо. Восьмой вопрос. Очень люблю цветы, кошек, а также золотые изделия. С чем это у меня связано? С жизнью в Египте. Цветы связаны с прошлой жизнью. Особенно сухие, там только мертвая энергия. Золото – это происхождение твоей души и ее богатство. Окошки – это связь с землей. А кто же их не любит? Как можно не любить кошек? Благодарю вас. Я тогда перехожу к девятому вопросу, да? Да, переходите.
Девятый вопрос следующего плана. Если мы, кстати, здесь тоже можем помочь, вы нам сразу подскажите, уважаемая Марита. Девятый вопрос. У меня панические атаки, повышается давление. Наблюдаюсь у врача, пью лекарства, но ничего не помогает. С чем это связано и как выйти из этого состояния? Я замечу, мы перед этим вытащили очень опасного ящера и сдали его межгалактическим высшим силам военной полиции, потому что это ж его... Дыхательные упражнения помогут. Дыхательные упражнения. И гармонизация. Обязательно гармонизируйся. Как ей гармонизироваться? Твоя слабость была в том, что твои тела были разрознены. Тебе не хватало сил собрать их. Поэтому они и бьют по телам в первую очередь. Сейчас, когда ты наполнена твоей энергией, у тебя есть достаточно сил не подпускать себе страхи. Помни, кто ты. Проси защиту. Или выставляй, если можешь. Мы хотели ей поставить защиту Плеяд, но она сказала, что она не хочет опять оказаться в жидкости, как у спрута. И поэтому мы остановились. И это правильно. Пока она не знает, как это делать самой, и не понимает, кто она. Даже защита должна быть осознана. В первую очередь защита должна быть осознанная, уважаемая Марита. Если она не осознанная, тогда нет ее просто. Благодарю вас. А не связаны ли эти панические атаки с этими паразитами, которые сидели? Я уже сказала, все тела были разрознены. Ну, это, да. Спрут 10 лет сидел. Синхронизировался полностью. Там такая каша через была. Них легко проходил страх. Отлично. Хорошо, будем наблюдать. Тогда, Наталья, наблюдайте за собой. Десятый вопрос, последний. Насколько хорошо я справляюсь с программой в этом воплощении и как мне не сойти с пути? Что мне делать, чтобы все было хорошо? Твои страхи мешают тебе справляться и идти правильным путем. Не тормозят тебя. Прими для начала и осознай, кто ты, насколько ты сильна. Научись этот баланс внутри себя держать и не срываться на страхе. Ты сама можешь стать учителем для многих. Благодарю вас, уважаемая Марита. Если вы хотите сейчас что-то лично добавить Наталье, это был бы самый лучший момент. Потом мы будем ее возвращать в ее биоробот. Я хочу добавить, что она должна воспитать в себе спокойствие и укрепить его. Сохраняя внутренний баланс. И гармонизацию. Обязательно. Да, много работы предстоит перед Натальей. Ну, это очень интересная работа. Я считаю, нет ничего интереснее. Я также хочу добавить, что я на связи. Она может с вами выйти на контакт, конечно, Марита. Она ваше имя знает. Она может его просто в состоянии медитации пригласить вас и выйти с вами на контакт. Правильно? И вы будете первой, кто ей ответит. Хотела для начала посмотреть, как она будет справляться с новыми энергиями. У нее муж ангел, я думаю, он ей поможет. Он сейчас сам об этом узнал, поэтому у них хорошая между собой констелляция, я так скажу. Они будут друг друга дополнять и продвигать вперед, мне так кажется. Я понимаю, вы имеете право только о ее душе говорить, о ее тонком теле, но она в хорошей команде находится, я больше чем уверен, что там все будет хорошо. Надеюсь, очень надеюсь. Я бы хотела сказать, что она должна помнить, кто она сама, и не терять свои энергии. Со своим мужем-ангелом идти рядом, а не под его крылом. Может случиться так, что ему самому понадобится ее защита. Понадобится? Да. Я хочу еще раз повторить, что я бы хотела посмотреть, как Наталья будет принимать и управлять своей энергией. И если у нее будут вопросы или ей не будет хватать знаний, она может обращаться ко мне. Благодарю вас, Марита. Я понял, вы не хотите торопить события, вы хотите, чтобы все развивалось своим ходом, своим чередом. Благодарю вас. Я знаю, это в интересах и Натальи в первую очередь. Благодарю вас за это обстоятельство.
Я все понимаю, все должно гармонично развиваться, и всему свое должно быть время. Уважаемая Марита, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате. Все кураторы, все учителя, которые к нам сюда приходят, а их уже несколько сотен было, каждый от нас получает подарок. Любой подарок, который они только могут себе пожелать, мы в состоянии это материализировать и хотим это передать вам. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь на добрые воспоминания о нашей встрече. Любую мыслеформу, любой продукт Земли, который мы знаем, мы можем для вас материализовать. Любую мыслеформу, время года, фрукты, что угодно. Морскую жизнь. Подводную или надводную? Подводную. Отлично, хорошо, Верочка. И давай, ты же на океане живешь, на берегу. Давай сейчас представим океанские большие глубины. Солнце светит, все отлично видно. И там вот эти киты, акулы, дельфины. Все вот это разнообразие морской жизни, причем теплых вод. Лазурный цвет воды, бирюзовый. Мне понравились черепахи. И черепахи. Причем черепахи, вот эти самые большие галапагосские, по-моему, называются, да? Они там больше метра, по-моему, длину. И живут по 300 лет и больше. Очень красивый подводный мир. Берите, пожалуйста, это ваше. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с нашими самыми вкусными ягодами на земле, которые только есть. 1, 2, 3. И передай это, пожалуйста, уважаемой Марите. С благодарностью от нас за эту встречу. Примите, пожалуйста, это самые чистые продукты, которые еще остались на земле. Поделитесь со своими друзьями. Это неожидаемый подарок. Поэтому это и называется сюрприз. Я благодарю вас за эту экскурсию. Замечательно. За этот подарок. И за высокие вибрации мы благодарим и вас. Очень приятно было с вами общаться. Я больше чем уверен, Наталья есть над чем задуматься после этого сеанса, и прослушав его, у нее будет наверняка... Между встречи с Натальей. Абсолютно верно, я только хотел сказать. Она захочется к вам обратиться. Всего доброго, Марита, мы прощаемся с вами. До скорых встреч или до встречи с вашей подопечной. Желаю вам всего наилучшего. Прощайте, всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Марита ушла. Отлично, хорошо, мы ее заправили. Как вам впечатление и Наталья от встречи с куратором? Вы все поняли? Я наслаждаюсь своими энергиями. Я очень многое поняла. Замечательно. У меня предстоит большая работа. Так и будет. Но это очень приятная работа, когда вы начнете познавать себя. Не беспокойтесь, все у вас получится. Хорошо, мы сейчас возвращаем во благо. Мы сейчас возвращаем вас, ваш биоробот, и после этого мы вашу квартиру сейчас почистим. Хорошо. И для усвоения энергии мы возвращаем тонкую копию Натальи в систему биоробот душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она готова. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я на месте. That's been so.